Oh my. Что? У него есть лазеры из глаз. Хоба! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой братишка, и мы с тобой продолжаем смотреть Скибиди туалеты. Да, друзья, если что, это сезон 23, в общем... полностью сейчас посмотрим, но суть даже не в этом, а в том, что здесь по любасу будет секретная сцена. Ребята, Дефук постоянно это делает, поэтому, ребята, будем глядеть. Будем глядеть, давайте пересмотрим, освежим свою память. Обязательно лайкосик, залетай в Телеграм, уведомления плюс расписание. Да, блин, какие же они имбовые, а? Пришли сюда. Всех зафигачили. Ну, практически всех, на самом деле. Молодцы. Столько неудачных экспериментов. Конечно. Блин, интересно, как дальше будет развиваться сюжет, друзья. Потому что сейчас вот, ну, 70-я серия настолько имбовая. Вот, согласись, 50-я офигенная серия. 60-я на голову выше. 70-я на две головы. Блин. Какая будет 80-я? Я просто не представляю, друзья, что, блин, там будет. Потому что Дефук не то, что держит планку, он ее все время повышает, повышает. На голову выше, понимаешь? Становится, и это очень круто. Он большой молодец. Так, окей, открываются у нас дверки. Да, этих, конечно, они не фигачат, понятное дело. Им самая важная цель, это именно ученый. Кипяченый этот. Ля, какой? Блин, ну Майкл, ну вот какого фига ты тут, а? Ты ж капец бедных, блин, спикеров, братьев зафигачил. Потом камераменов, братишек, блин. Этот-то быстро, да, передвигается. У него есть ранец. Джетпак. Вон, бедолаги бегут. Но Дефук их сохранил, понятное дело. Что они по факту все равно как бы сейчас существуют. Ну там много теорий на самом деле, что там именно с ними случилось, где они сейчас. Как бы типа у них там рай. Такой. Хотя фиг его знает, потому что действительно вот он сохранил Дефук их. Они как призраки. Но... Сейчас, на самом деле, самая важная угроза — это именно астротуалеты. Вот что они, блин, будут делать, да? Джимен-то ладно, он такой себе. Как бы да. Его титаны вынесут-то по любасу. Если какая-то не будет технология от Астра. Что, возможно, мы скоро увидим. Да, тут титаны у нас, ребята, разбираются. Сейчас подзарядятся родные. Пушечки новенькие получат. Красавчики. Так, энергию получаем. У нас сейчас, если что, премьера идет, поэтому я мотать вперед не могу. Сразу говорю, ребят. Но записываю, как ты видишь, сразу, просто вот так вот. Ну, ничего, просто посмотреть на эту имбу, блин. Какой, третий, четвертый раз мы это пересматриваем, на самом деле. И это круто, правда. Как только начинались, когда туалеты, блин, я вообще не думал, что такое будет. Что настолько Дефук начнет прям круто делать. Такс. Погнали, родные. Так, что у нас? О, ребята! Вот это новая сцена! Астротуалетик. Итак. Что он там говорит? Он просто сказал «Шкибиди, ес, ес». То есть, понимаешь, он и на таком языке, на обычном «Скибиди, доп, доп, ес, ес» разговаривает.
О май. Что? У него есть лазеры из глаз. Жесть-то какая. И начинается уже дальше. Блин, офигеть. Так, возможно, еще какая-то сцена будет, ребята. Так что давайте посмотрим. То есть, прикинь, их главный астротуалет может и как бы на нормальном языке общаться, да? Не задом там, наоборот. Ну, чисто на английском разговаривает. И плюс еще шкибиди-доп-доп-ес-ес. Спокойно с ними. Офигеть. Жесть, жесть. Не, на самом деле, я даже не знаю, они очень крутые, эти астротуалеты. Как их можно будет контрить, я вообще не представляю. Это если только разом атаковать. То есть все титаны должны разом как-то атаковать, и тогда, возможно, он... Но... Возможно, и будет подкрепление у астротуалетов. Понимаете, в чем прикол, ребята? Вот еще минус-то большой. Это хорошо, если три титана объединятся, как бы, и, понятное дело, на одного. А как мы сейчас увидим, ребята, они по очереди, по одному атакуют. Вот если бы они все втроем сразу начали бы там лазерами, я думаю, он бы, может... Хотя он бы просто удрал бы, согласись, он бы просто, у него скорость-то имбовая. Поэтому, ребята, тут тоже такое непонятное. Так, а ну-ка погоди-ка, сейчас, у нас пока премьера идет, но если мы скорость воспроизведения 1.5 поставим, чуть интересно промотается. На, нафиг. Ой-ой, аж подлагивает, не выдерживает компьютер. Хорош, братишка. Молодца. Сигма, ну что тут сказать, молодца. Так, диджей. Ну, главное, диджей-туалет жив, ребята! То есть вот он сейчас будет... Смотри, вверху. Вон, видишь, он держит его. Все, вот сейчас кинул. Ну и, кстати, в 71-й серии, да, там показали... Вот смотри, они по одному атакуют. Сначала, оп, камерамен Титан. Потом ТВ-мен. Офигеть, вот как он это предвидел. Раз и все. Ну то есть, видишь, они по одному здесь старались как-то. Они даже не то, что старались, как-то в шоке были. Но самое интересное, что они не стали препятствовать. То есть они просто показали себя. Типа, да, вот такой вот я крутой, все дела. Но он не стал препятствовать именно цели ученого. То есть они, видимо, там поругались, либо что-то с договором. Тут непонятно. Непонятно, друзья. Да, сейчас призраки вот эти будут. В общем, становится все интереснее и интересней. Так, балаклава, туалет. Прикинь, один туалет, смотри, что может делать, а. Смотри, что творит. Ну ладно, его быстро хоть обезвредили.
По-моему, даже музыку он добавил. Я вот что-то не помню даже. Что такая музычка была. Или была, просто подзабыл немного. Прикольная, кстати, музыка, реально. Да. Я бы удивился, если бы, представляешь, тут по-английски бы все нормально было бы написано. Или знаешь, так на секунду, тик-тик, типа помехи, и он типа перевел текст. Wantus Man такой в линзах. Но нет, нет. Но это жирная бы, крутая бы отсылка была бы. Конечно. Так, хранитель. Давай, кидай. Вантус свой. Не жалко, братка. На. Сильно, сильно, сильно. Ну, в любом случае, друзья, надо будет разборчика подождать от других братишек. Арм, Фордал. Я не знаю, Фордал делает на сцены отдельные. Но Арм так точно. И там вообще прям все вот детали он говорит. Поэтому, если что, может, мы с тобой попозже пересмотрим. Вдруг какие-то добавились интересные штуки. Потому что я так, я быстро не могу, ребят. Быстро так, оп-оп. Увидеть. Возможно, вы уже где-то увидели различия. Так. Тут, кстати, текст уже, да, перевели. Он говорит, он все, они уже идут за тобой. Дефук уже сказал ученым. Все, они идут. А почему он такой довольный? Почему он такой довольный, блин? Да, вот тут как такое чувство, что немножечко все-таки достался урон Wantus Man'у. Офигеть. Да, ученому уже не до смеха, конечно, после такого. Копье. Блин, вот жалко прям вообще. Спикера жалко. Ну вот как так сразу? Раз и все. Даже, блин, вот в таком состоянии, видишь, набрасывается. Высосал этот туман. Дым. Да, ребята, отступаем, конечно. С такого. Да, Wantus Man пока тут ничего не может сделать.
Все, эти дыру уже там проделали. Полетел, родной. Вот это, конечно, капец. Спикеру, конечно, больше всех досталось, поэтому я понимаю его злость, месть. Он, конечно, прям капец. Очень разозлился. Сколько серий подряд он прям вообще был таким. Да, музыка легендарная. Да, всего лишь царапины, да, братишка. Но вот спикеру, конечно, досталось. Так, вот интересно, что-нибудь нас еще ждет? Все-таки дополнительная сценка после вот этого. Интересно, что бы было, если бы Вантус Мэн немножечко все-таки проболтался бы под конец, а? Ну, представь, вот он, да, умирает, ребята, и он начал бы говорить: это все Дэдпул, это он, это он. Как-нибудь, знаешь, так вот сказал бы. Так. В шляпе, чувачок, детектив. Ну-ка, будет сейчас еще сцена? Ну-ка. Опа, ребята, сценка, сценка! Что ты здесь делаешь? В общем, возвращайся и, типа, действуй по плану. Смотри-ка, ничего себе! О, блин! Офигеть. Еще, ребят! Офигеть. Это, конечно, офигеть. Это просто офигеть. Не, ну это уже, я так понимаю, да, это. Да, друзья. Две сценки, и это круто. Это прям очень круто. Так, это у нас 71-я серия. Офигеть. Да блин, да что ж такое-то, и там камера офлайн, и здесь камера офлайн. Слушай, ну это круто, это очень круто, друзья. Блин.
Какая же имба, реально. Вот что в этом контейнере, ребята? Ну что там? Блин, мне очень интересно. Мне капец как интересно, что же может находиться в этом контейнере. Друзья. Да. Бедные инженеры. Не, ну, скорее всего, уже не будет у нас еще дополнительных сцен, потому что, наверное, это слишком даже было бы очень много. Триаж. Хотя... Ну-ка поглядим. Угу. Опа. Еще сцена! Офигеть, друзья. Офигеть. Титаны очень разозлились. Они увидели вот этот беспредел. В общем, за Джименом. Ну, в принципе, мы так и думали, друзья. Мы так и думали, что все-таки они пойдут за Джименом. Да, это понятное дело, что будут мстить. Но у них теперь уже все-таки два противника. Не только Джимен, но еще и Астротуалет. Ребят, ну круто, согласитесь, это очень круто сейчас было. Обязательно поставьте лайкосик, залетайте в Телеграм. Бай-бай, дорогие братишки.